Привет, друзья! Зашел в миланский Starbucks. Хочу очень быстро рассказать вам один нюанс, о котором, который понимают не все кофеманы, который связан с капучино, то есть с молочным напитком на базе эспрессо. Многие говорят, эспрессо в Старбаксе отвратительный, горький и так далее. Ну, отчасти это так, но именно это сегодня спасло Starbucks, и кофе или капучино у них зачастую лучше, чем в Италии. Сейчас объясню почему. Дело в том, что американцы зашли на рынок кофе с молочными напитками. В Америке эспрессо потреблялся очень мало. Но то, как эспрессо выражался в молоке, было важнее. Поэтому их капучино всегда был со вкусом кофе. В Италии последние годы, в Италии, которая всегда была традиционно сильна кофе и капучино, последние годы вот этот тренд на мягкую арабику, на нежную арабику развился, и эспрессо стал тоже мягким. Но если эспрессо как напиток можно пить мягким, то как составляющая для капучино он стал слабым. И сегодня в Италии во многих заведениях, которые играют в спешиалити, играют ими, капучино стал невыраженным, то есть там нет кофейного вкуса. А Starbucks как был, так и остался. Поэтому сегодня я пью капучино в Старбаксе и чувствую, что это кофейный капучино, то есть кофе с молоком. В отличие от многих заведений в Италии. К счастью, большинство из них все-таки остались настоящими кофейными. Но этот тренд в Италии существует. Спасибо.